Здравствуйте, наши дорогие зрители. Сегодня будет такое разговорное видео, коротенькое. Надо озвучить кое-какие моменты, которые вас волнуют. Вот, я поэтому решил и записать это видео. Недавно у нас наступило лето, и мне у нас тут жара, сами понимаете, вот мы снимаем для вас и потеем. И мне пришлось работать с коротким рукавом. И все начали обращать внимание на мою татуировку. Вот давайте мы вам покрупнее ее покажем, чтобы уже все вопросы отпали. Потому что очень много вопросов в комментариях. Я, чтобы каждому не отвечать, вот раз и навсегда покажем, и все, закроем этот вопрос. Значит, здесь это моя фотография изображена, понимаете? Меня он, Лешка, сфотографировал, мастер перенес мне на руку, и в этот момент я варю трубу. Почему я это сделал? Я вас, ребята, призываю никогда не делать татуировки. Призываю вас не делать, особенно в молодом возрасте, понимаете? Потому что пройдет 20 лет, вам будет очень стыдно за это. Это раз. Во-вторых, когда вы будете приходить устраиваться на работу вот с таким вот произведением искусства, на вас будут смотреть, вы же понимаете, не так, как обычно должны смотреть работодатели. К вам будут относиться с подозрением. У них будут возникать мысли, а может он в тюрьме сидел, понимаете? Я сделал это почему? Потому что я тоже в молодости сделал такую глупость. Мы там с пацанами выпили немножко и были герои, понимаете, молодые, дурные, безмозглые. И мне тут один мастер тоже, не совсем, ну, сейчас, конечно, сравнить уровень мастеров, которые были тогда и какие сейчас, это небо и земля. Видите сейчас, как красиво все сделали. А тут мне набили, ну, просто мне было стыдно в моем возрасте ходить с этим, что у меня было здесь на руке. И я обратился, нашел хорошего мастера. Ее зовут Кристина. Кристина, привет, если будешь смотреть это видео. Классный мастер. Вот она, видите, мне сделала, закрыла то, что у меня здесь было. Мне даже перед вами было стыдно с коротким рукавом показываться, понимаете? Там один человек написал, что зачем ты это сделал в таком возрасте, это уже неприлично. Вот я объяснил, почему я это сделал. Не потому, что я люблю там татуировки. Далее, еще я хочу вам сделать объявление. У нас скоро будет 2 розыгрыша на канале, даже 3. 2 будет розыгрыша на нашем канале на этом. Вот. И 1 розыгрыш будет на канале на Яндекс.Дзен. Поэтому обязательно переходите, ссылочка будет под видео. Там мы тоже разыграем классные электроды. У нас было видео или будет, не знаю, когда это выйдет, перед или после. Электроды классные от компании Elegans. Я вам очень рекомендую поучаствовать в розыгрыше и выиграть этот приз. Вот. И еще плюс, у нас будет продаваться еще 2 или 3 аппарата. Вот этот будет красавец, скоро на него будет обзор. Это китайский аппарат, он классный. Обзор на него мы сняли подробный, хороший, очень полноценный полуавтомат, ММА сварка и аргонник тут. Тут все дела есть. Плюс еще будет вот этот от компании ПТК продаваться, желтенький. Тоже классный, достойный аппарат. И еще от компании Foxworld, вон еще один стоит. Вот, он, Алексей сейчас на него наведется. Да, кому интересно, пожалуйста, переходите в нашу группу в Telegram. В Телеграме можно мне в личку написать. Вот, мы вам всю информацию озвучим. Ну а так, объявления, скорее всего, продажи будут на Авито. Кому интересно, welcome в Telegram, мы дадим вам прямую ссылку, сделаем вам скидки. Конечно, будет дешевле намного продаваться, чем вот этот на Алиэкспрессе. Этот на официальном сайте, это все будет дешевле. Понимаете, для наших подписчиков мы делаем вот такие вот приятные подарки. Мало того, что мы разыгрываем, бесплатно вам дарим, плюс еще дешевле продаем. Ну, вы нас тоже поймите, мы это делаем не потому, что чтобы на вас нажиться, а потому что чтобы мы не хотим работать как бы себе в убыток, чтобы хотя бы не в убыток работать, понимаете, чтобы какой-то хоть возврат. Потому что я уже в этот YouTube-канал вложил около... Если считать вот с этим гаражом, где-то 1,5 миллиона рублей я вбухал сюда, понимаете? Хоть какой-то обратный толчок хотелось бы получать, хоть немножко. Я-то работаю так сварщиком, зарплату получаю, но тем не менее. Вот для чего все это делается, ребят. Опять же, все это делается ради вас. И у нас не стоит тут цель заработать кучу денег. Работаем ради вас, наши дорогие подписчики. Ну вот все, наверное, что я хотел сказать, да? Все, что хотел сказать. Да, все, что хотел сказать. Ребятки, всех обнял. Подписывайтесь на наш канал. На Яндекс.Дзен переходите. Ссылочка будет под видео. Вот, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всех обнял. Всем пока. Увидимся в следующем видео.